Значит, время пришло. Расскажи мне о плавильне. Это священное место, где камень наделяют душой. Отсюда оно не кажется таким священным. Тьма мало что пощадила в нашем мире. Но плавильня — волшебное место. В ней сила. И с твоей помощью мы снова сможем ей завладеть. Что стало с другими хранителями? Во сне я ощущал много своих собратьев. Но только один зовет до сих пор. Уран. Древнейший хранитель. Его песня преследует меня. Хотя камень его утрачен. Это также не имеет смысла. Ты слышал, что сказал хранитель? Идти одному опасно. Тебе понадобится моя помощь. Приходилось кидать камни куда тяжелее тебя. Запрыгивай, всадник!
Что вообще было? Еще там? Thank you.
Стой там! Я займусь дверью! Да пускай падает! Возможно, со стороны это кажется простым, но ты не мог бы поторопиться? Да, нужно было усерднее работать в кузнице. Старый Валус с этим без труда бы справился. Это страж, всадник. Если ты собрался найти древо, нам придется пробудить его. И что потом? Страж сделает то, ради чего был создан. Уничтожит порчу, не пускающую нас к древу. Он выглядит вполне готовым. Почему он стоит без дела? Его тело готово, да. Но стоя на месте, он остается лишь мертвым камнем. Чтобы вдохнуть в камень жизнь, мы должны передать ему суть сердца творцов. Для такого большого троих... И как это сделать? Эти сердца камня были завершены, как и страж, но так и не были поставлены на место. Все они в храме. Нам нужно только найти их. Тогда по... На много маленьких камешков. Вперед. Достаточно ярости. Хорошо, держу тебя. Thank you.
Иди сюда, всадник! Я тебя подброшу! Покажи мне путь.
заперто. Пора тебе что-нибудь найти. Если я попробую, то сломаю шею. Попробуй отыскать что-нибудь. После тебя.